Жителям японского острова Хоккайдо пришлось изрядно поволноваться. Около 6 часов утра по местному времени Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая пролетела над островом и упала в море. Впервые на Хоккайдо активировали систему экстренного оповещения J-Alert. В Министерстве обороны Японии полагают, что Пхеньян запустил ракету средней дальности «Хвасон-12». Она пролетела 2700 километров и упала в море, развалившись на 3 части. Пока мы выясняем тип этой ракеты, однако, учитывая короткое расстояние ее полета, мы считаем, что это не нодон или скат, а скорее всего баллистическая ракета средней дальности. Такая же была запущена в Японское море 14 мая. Между тем, в Токио возле здания Генеральной ассоциации северокорейских граждан собрались протестующие. Японцы обеспокоены новым выпадом Пхеньяна. Граждан Японии подвергают опасности, и я не могу с этим смириться. Это вызывает тревогу как с точки зрения международного порядка, так и с точки зрения Японии. Даже США очень обеспокоены произошедшим. Думаю, можно же обсуждать любые вопросы без запуска ракет. По мнению южнокорейских военных, запущенная Пхеньяном ракета могла бы достичь и острова Гуам в Тихом океане. Там расположена крупнейшая стратегическая военная база США. Мы предостерегаем Северную Корею от дальнейших провокаций. Если подобная провокация произойдет опять, несмотря на предупреждения наших военных, то КНДР столкнется с решительным и жестким ответом Военного союза Южной Кореи и США. Запуск ракеты резко осудил и премьер-министр Синдзо Абе. Он призвал Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание в связи с инцидентом.